Огромный привет! Если у вас нет настроения, то вы попали на канал Я Кубики. В нашем канале мы рассказываем, как купили старый дом и обустраиваем под современный. Садитесь в свои мягкие, уютные, теплые кресла, диваны и наслаждайтесь видео. Дубарина на улице, конкретная, не то что дубарина. Вот смотрите, мы с Женькой уехали, знаете, вчера, ну уже прошли сутки. Я вам не сказал бы, врать не буду, что здесь так холодновато, ну так. Тут дубарина, блин. Так что камин это супер, но надо, чтобы здесь жить и отапливать дом, тогда будет тепло. И еще надо утеплить, конечно, утеплить, потому что дом не утеплен. Сегодня я что хочу делать? Сегодня я, кстати, без Женьки, Женька на работе, не отпускала меня. Говорит, там холодно. Я говорю, то что мы всю зиму ездить не будем. Смотрите, ладно, не будем тыкать. Сегодня будем делать, смотрите. Я задвинул вторую крышу, это вот, черновой пол, это ДСП. Вот, задвинул, если видите, вот один лист, а это второй. Я померю, сколько надо отступить от стенок, от этой рейки, которая лежит, это ДСП. И мы ее обрежем и красивенько задвинем сюда, и у нас уже будет потолок, знаете, будет смотреться. Ну, более-менее уютнее будет смотреться, чем вот эта труба, торчащая вниз, дымоход, виднеющий сверху. Все сделано по красоте. Я камин наш растопил, положил свои эти вот, как их, вкладки, не знаю, что там эти, носки, сапоги такие. Сейчас они нагреются, и начнем с вами работать. Так что, сели там, уютненько, готовы, поехали. Вот смотрите, когда я уезжал, делал, чтобы тлело. Чтобы долго тлело, ну, бревно. Тогда черная вот эта вот сажа остается. Если не делать, чтобы она тлела, стекло вообще чистенькое. Еще как бы, знаете, что не то, что обидно, а как бы у нас это мы палим старыми дровами. А здесь, знаете, эти обрезки от забора, там всякое такое. Чтобы мы крышу делали обрезки, это, понятно, сосновые деревья. Они немножко не держит жару. Их спалил, их нету. Когда мы купим березу, береза держит жар, это намного лучше будет. Так что, ну, это будет пока в будущем. Значит, смотрите, не отвлекаемся. Что я сделал? Сейчас мы, что я сделал, что я пытаюсь сделать. Этот хобот от слона, вот эту трубу, мы сейчас ее закрутим. Я думаю, мы ее заштопорим, чтобы оттуда не шло тепло наверх. Спрячем. Я хочу сейчас, мы залезем с вами наверх. Поднимем это ДСП, положим на камин, если там все позволяет. Ну, вот этот вот подвинем, положим. А, он не позволяет, там дымоход уже, я вам сам отвечу. Значит, сейчас рулеточка вымеряем. Этот расстояние, это расстояние, это расстояние. Наверху отмеряем. Циркуляркой отрезаем, там немножко придется посорить. Жене не нравится это, конечно, но она не узнает. Мы потом уберем и сделаем красоту. Итак, прошло минут 20, уже тепло. Смотрите, я сходил, взял рулетку такую, метр, и маркер. Блин, целыми днями у меня лежал в кармане карандаш. Ну, не нужен был, лежал. Сегодня в карман нет. Блин, черт. Вот так всегда, понимаете? Как что надо, не найдешь. Не надо, всегда найдешь. Значит что, смотрите. Буду рисовать на этом нашем полене, бревне. Эти замеры. Сейчас замеряем эти замерчики. Блин, а я снимаю, дамы и господа. О-ля-ля. Снимаю, хожу с камеры. Снимаю, а я ее не включил. Блин. Мы там внизу замерили дымоход по его контуру. Сколько нам надо обрезать ДСП. Начну все сначала. Ну, блин, Дар, вот так и настроение вам подыму, блин. Ох и Алеша, блин, красненькие эти горят вроде бы. Как я не посмотрел. О, не был бы Максим это, да? Я там внизу замерил, еще повторюсь. Мы сейчас здесь это уберем, доску уберем, эту доску уберем. Утеплитель откинем. Здесь вырежем, потому что здесь удлинитель. Здесь удлинитель должен быть. А, вот удлинитель. Сейчас возьму циркулярку, мы здесь отпилим. Чтобы от опилки ничего страшного, мы потом
пропылесосим, трубу заглушим и задвинем вот эту часть, она так красивенько задвинется и вообще будет шикарно. Смотрите, чего еще тепло, тепло не держит, да? Ну, можно сказать так. Мы утеплили, Женька, что? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 этих промежутков, ну, стропильной системы. Вверх мы не утеплили, нам осталось 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7,5. То есть, 7,5, грубо говоря, это половину крыши. Где здесь будет тепло держаться, если его черепица отсюда... Тепло улетает, как конь. И вот, все, рассказал, что я не заснял. Хотел утеплить бойлер. Вот, я дотрагиваюсь до бойлера. Знаете, что я вам скажу? Он теплее, он то же самое, что я, наверное, к щеке притронусь. Хотя нет, к щеке притрагиваюсь, руки холодные. Короче, самые холодные у меня руки. Бойлер нормально, то есть его можно не утеплять, потому что здесь десяточка утеплена. Представляете, десятка. Это здоровый слой. Еще осталось здесь утеплить. Ну, мы, Женька, ждем. Сейчас я зарплату получу. И это купим и 100% утеплим. Потому что это надо утеплять. Это потери тепла. А нам потери тепла не нужны. Все, значит, что? Откидываем этот утеплитель. Он нам сегодня не нужен. О, смотрите. О-ля-ля. Перья. И что здесь было? Что за битва? Что-то было за битва, ребятушки. Это воробей или что? Женя бы сейчас фу сказала бы. Вот мужики отличаются от девчонок, да? Мужики его увидели, взяли, ну мне все равно, перья да перья. Но здесь какая-то была реальная битва. Не насмерть, на выживание. Все, здесь мы утеплили, здесь вообще отвально. Короче, шикарно. Мы с Женькой вдвоем, да, очень много сделали. И спасибо вам, конечно, что вы поддерживаете нас, комментируете. Такие комментарии замечательные, душевные, что иногда прочитаешь и хочется ответить, а не знаю, что отвечать. Знаете, ну классно, спасибо, реально спасибо вообще. Так, все, трубу. Заглушиваем трубу, чтобы тепло и шло только с камина. А, кстати, здесь тепло. Капец, куда не пойдешь. Я с Женей сегодня решал, сегодня ехать сюда или не ехать. А что ты там будешь делать, знаете? Мы ждем этих, зарплаты ждем. Мы, ну, чтобы рейки купить. Рейки купим и уже начнем монтаж стен. Сначала рейки, каркас сделаем двух спален. Потом начнем делать гипсокартоном. Ну и все, говорю, поеду, типа там натоплю немножко. И домик этому коту будем делать. А тут он залез на чердак, там щели. Там то. Так, это мы подвинули. Сейчас здесь отчертим. И запиндюрим. Запиндюрим. Это попробуем задвинуть туда. Дальше. О! Эй, там нанизу. Женя бы сказала, что там поешь? А так скучно. Все задвинули, видите, минимально. Лезем. Что мы сделали? Мы сделали трубу, заделали, этот лист подготовили. Сейчас будем пилить. Мы идем за циркуляркой, за уровнем и за маркером. Я притащил не циркулярку, а лобзик. Будем делать все лобзиком. Все, отмерили, смотрите, вот наш камин. 1, 2, 3. Это вырезаем. Вот этот наш чертеж. И засовываем, он должен стать суперский. Сейчас я удлинитель подключаю и начинаем.
это убираем. Что у нас получилось? Вы так тряслись, аж окошко защитное упало. Скажете, о, сядь на кресло, диван, расслабься, расслабитесь, да? Опа, очки одеваю. Так, смотрим, что получилось. Получилось, мне кажется, отвально. Вот это должно зайти сюда, как пыль. Как его так красиво ставить, чтобы ту вот форму не сломать. Тут надо подальше отнести. Сейчас перемерим еще здесь, сверху, а то снизу неудобно. Я 11 сделал, здесь 11,5. Ну, как всегда, впритык, блин. Так, кабель, аккуратненько. Аккуратненько сейчас начнем подавать. Нужно щелкнуться, как по заводу. О, блин, чуть камин не испортил. Мне самому интересно, попал я, нормально вымерил или нет. Отлично вымерил, господа. Надо что? Да вот там больше, там идеально вымерил. Здесь не очень. Здесь не очень. Значит, что? Здесь упирается. Его надо чуть сюда. Сюда подать. Погнали на низ посмотрим. Там будет все известно нам. И снится нам не рука. Так, смотрите, здесь, значит, оно, если дальше подастся, здесь засунется замечательно. Значит, здесь немножко вырезать. Здесь вырезать. И вот, видите? Потому что эта плита, наверное, лежит неровно. Да, видите, если подать. Значит, что мы вырезаем? Мы вырезаем
Вот это, а тут видно, что чуть ушли в сторону. Вот это вырезаем. И оно туда заходит. Заходит. И вот этот угол. Одинаково. Здесь сантиметр два, и здесь сантиметр два. Сейчас исправим. Смотрите, как смотрится, да? Уже так как бы смотрится. Без лампочки, чтобы вы не видели. Класс! вот они, настоящие человеческие эмоции. Обалденно. Мне нравится. Все, тепло будет, все здесь. Уже не будет уходить. Фу, здесь уже в доме жара. Тому подтверждение, смотрите, стекло уже, короче, прозрачно почти. Только сверху осталось. Ну что, я залез, переделал, конечно, я думал, будет идеально. Идеально немножко не получилось. Ну, почти идеально. Смотрите, здесь, можно сказать, идеально. Не можно, а здесь идеально. Здесь идет, видите, здесь как-то я рассчитал. Я вообще не понимаю, как я рассчитал. Идет немножко, видите, такая щель. Здесь тоже, можно сказать, идеально. Я там сверху утеплитель положил, чтобы тепло не выходило. И смотрите, как по потолку, видите, как шевелятся эти, что я пилил на паутине, это вот опилки шевелятся. То есть тепло идет, ему некуда выйти, оно сейчас будет распределяться по нашей комнате. И там тоже в этой щели я сделал. Все, вот это притрагиваешь, это вообще не горячее, тепленько, замечательно. Здесь горячо. А здесь, знаете, такой сквознячок. Туда идет, сюда заходит. Так что все, сегодняшний день. Уже этот стекловато, блин, что я там пытался сделать. Подошел к концу. Сегодня, значит, что мы сделали? Эти бабы перебивают меня, а? Значит, все, я продолжаю топить камин. Сейчас пойду заготовлю материалы для домика Жорика. Поищу еще. Я не обещаю, если будут, значит сделаю. Это Женя мне говорит. Там в комментариях написали, что сделать надо домик Жорику. Но мы же прислушаемся к вашим комментариям. Спасибо еще раз. Это вот. А я как раз недавно убирал в сарае предыдущих видео. И это, попалил все такие квадратники эти. Блин, жара. Попалил эти. Попалил все такие квадратные, прямоугольные досочки, там ОСБ, ДСПС, ну, с которых можно было реально сфарганить домик Жорика. Ну, ничего, у меня там еще барахла куча. Так что я заготовлю по возможности. Сейчас посмотрю в интернете, выберу, может, такой какой-нибудь по дизайну прикольный. Сделаем его на улице такой, но он не будет такой идеальный, да? А потом я его просто модернизирую и сделаю, может, под лето где-нибудь, может, вагоночки обобью или чем-нибудь. Так что за это видео спасибо. Ставим лайки, комментируем, подписываемся, конечно. Всех мы обожаем, любим и обнимаем. С вами был Макс Мастер. Что мы сегодня сделали? Потолок. Потолок ледяной. Дверь скрипучая. Вот такие вот припевы. Знаю, больше не знаю. Ясненько. Все, смотрите следующее видео. Женька, вырежешь. Без тебя скучно здесь, капец. Когда работа есть, не ощущается. А когда вот здесь, сейчас вот сделал это вот, буквально, не, ну не пару минут, а где-то часа два, наверное, делал. И все. Ну, сейчас пойду делать. Так, что я там говорил? Прощаться заново. Все, мы сделали потолок. Так что все, смотрите следующее видео. А если не получится, Женька? Так что все, сегодняшний день подошел к концу. Спасибо, что смотрели это видео. Ставим лайки, комментируем, подписываемся. С вами был Макс Мастер, а Женя Любимка на работе. До новых встреч. Пока.